Кто, какой план? Парни. Я на Лени, парни. Или я на Харитон, стойте. Я не знаю, если Эдер не танк, я только саппортить смогу. Ну и наркомания. Я вот думаю, куда мне? У меня ВДВДка, причем годная. А год на Борис Рашнем. Авиации. Но у меня вся. У меня тут хорошие бомбардировщики, дорогие. Мне бы попасть ими. Кстати, вот если у меня есть Ил-102, сходу, куда мне надо бомбить? Короче, слушай, у меня очень много дешевых самолетиков, да? Давайте. Так. И огромное количество моторизированной, точнее механизированной техники. В общем, мы будем идти на Борис, а если будет какое-то сопротивление, то мы бомбим. Вот так вот. Короче. Диана Борис тогда с Валентином? Да. Да. Я беру на Константин Йод. Я, в принципе, на Харитоне смогу подъехать. У меня командник Йод, только Иван. Парни. Я Иван и все. У меня там командник один до Каука, больше у меня конус. Ты его бери в атаку. Я командник Йод, Михаил. Киньте фоб на Оля. Поставь пионы лучше на Константин. Я взял 2 МЛД. А еще у меня самой простой пехоты нет. Ком на Константине оставьте. Я не могу оставить, у меня 2 командных танка. Я на Йод и на Михаиле. Оставьте на Константине. Я не могу оставить. Я на Ольгу, тогда Николас и Константин. У кого-то вообще нормальное количество комов есть? У меня только на К-29, у меня на К-29 только. У меня на скотахе компехота на БТР. Ну нормально, потому что у меня один только. Я поеду УК на Иван, наверное, потом если что, на Борис. Кто на Харитон? Леонид Харитон? Я на Харитон. А, окей. Я Йод Михаэль Кома. Так, смотри, из самолетов я взял Як-38 и Су-24М. И дофигища УАЗов с этими, с фугасными пушками. Угу. У кого-то есть авиация по воздуху прикрыть? У меня 2 МЛД. Я возьму Мигус один. Кстати, очень хорошая авиация я собрал. Плохо. Ну. В общем, я рашу вот здесь и вот здесь. Боже, давай. Там даже Мерида есть. Ага. А там ВДВДка вообще печально, ребята. Там мясо бронетанковое есть. Там есть что спамить. Не знаю, кто убивать будет. Ладно, посмотрим. Все, самолеты полетели, алло. Вам нужна лишняя пара глаз, сэр. Прикрывать ему як. Вот с собой я не говорю, ангела страшная, о. Ну, время же не пшито, нема против сушного бога. Я тебя попал на буду. Вот там фридом файтеров. Они вообще с автопушкой. На Йоте команде. Свети авиацией. Хотя лучше не свети.
Видели станицу? Гренад потребуете, пане? Приезжайте там. Проводим Брушку область. Трэш. Сейчас это все РБТ-хой. Накрою. Это РБТ-ха полетела. Фридлфайтеры обезумели. Хана всему этому. Тут что-то на Харитоне вообще. Мы их тут раскатали. Кстати, Харитон, да, там. Бомблю Харитон. Боже, смотрите, там кое-что проходит. Ой-ой-ой. Бомбите это. Там большой ярмарк. Т-80 мука, можно все это посливать дерьмо. Подсвети его. Так твой Т-80 мука. Подсвети дерьмо. А, сейчас блядь, мука убьет. Сюда надо хотя бы один вертушку, сейчас на вертушку подклюм. Борис, ты 72 выбил. Уедем!
Передаваме то темплату шлапу цезора. Потребуя нечего ангела страшного. Наконец вždycky дойде на пешака и его клер. Да, у меня такое чувство, что словно я играю в доту. Смотрите на это просто. К 29-й выбил. Слушайте, ОАЗы с автопушками — это реально гениальнейшая вещь. Что, парни... Что-то вообще просто... Да. Боже, я еще больше всех-то убивал. Как я не... А, ну, самолеты. Ну да. Это пиздец.